И всем привет, с вами Александр Навасов. Сегодня у нас редактор Far Cry 5 CD номер 2. Блин, надо пройти эту миссию, надо пройти ее. Третий видеоролик трачу на этот видеоролик, чтобы, блин, пройти эту миссию, блин. Ладно, у меня есть АК-47 и П-226. Есть кошка, и перед просмотром данного видеоролика сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а я начинаю, давайте, штурм! Надо не терять времени, надо пройти это как-то, давайте, погнали! Давайте. Так, четверых завалил, все хорошо. Давайте, погнали сюда. Берем лут. Тихо. Не убил. Окей. Понял. Все будет. Твою мать, это наши там поля. Моли о смерти. Сюда. Догнал. Давай. Один. Давайте.
А, лут. Лут есть там. Там есть лут. Ясно. Валим всех. Так, оттуда уже высерпили какие-то следы. Ладно, осмотрим еще их. Бежим сюда. И мочим гада. Все, завалили. Так. Лут. Так. Тут, видимо, какие-то пули делают, смотрите. Пули делают какие-то. Тут лута больше нету, да? Ну прикольно. Так, у нас здесь есть эта фигня. Окей. Давайте пальнем. Один раз. Так. Где мы? Какое-то тоже здание. Вот это здание, куда нам надо попасть. Вот он наш этот чел. Сейчас посмотрим, что с ним будет там. Гас стал, как смотрите. Давай еще раз. Тихо, надеюсь, я его не убью. Все. А теперь идем за ним. Еще один лут. Ладно, идем. Тут какие-то, смотрите, следы реально. Тут кого-то тащили или я не знаю. Следы, следы, смотрите, следы какие. Сюда. Еще лут. Что внутри? Вряд ли это совпадение. Тихо. Лол. Лох. А, я над ним прикалываюсь уже. Ну, давай поиграем, чё ты. Даже не выстрелил у меня. Вот босс. Босса мы просто так выиграли, вообще прикол, мне понравилось. Ребята. Так. Добираемся обратно. Сюда я забраться уже никак не могу. Видимо, да? Нет. Но у нас есть выход. У нас есть выход. Это та фигня. Так. Вот, вот его здание. Он, видимо, как-то здесь собирался здесь. От меня спрятаться, я у нее спрятался, короче, у нее не получилось. Над ним прикололся. Так, делаем вот так вот. Все, вышли мы. Все. Так вот выходим. Это, видимо, он для себя сделал, чтобы спрятаться. Здесь какой-то лес. Можно посмотреть лес. Может забежать в лес. Просто тупо.
А, не, уже все, нам не дают, там лес какой-то идет. Ладно. Вот такой вот лес, ребят. Там дальше идти уже нельзя. Вот такая вот карта, ребят. Все, можно ее пройти. Тут вот какие-то деревья, леса. Прикольно, ребят. А здесь вообще все пусто, смотрите, все, все пусто вообще. Все, ребят, мы прошли. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. И если вам понравился данный видеоролик, то обязательно поставьте ему лайк. Ну, как я ее прошел? Это, конечно, странно. Меня почему-то странно не палили, но все-таки не запалили. А босс меня вообще не успел даже запалить. Он не успел ничего сделать, потому что он даже стрельнуть не успел из своего лука. В общем, я убил босса. Что будет дальше, какой видеоролик сейчас будет, вы это узнаете все в следующем видеоролике. Ну, в общем, всем удачи и всем пока!